По старому стилю с новыми традициями. В выходные площадь Азатлык радушно приняла традиционные народные гуляния в сочетании с новшеством. Первый фестиваль снежных фигур организовал молодежный центр НУР. Насколько горячо встретили челнинцы ледяные скульптуры и как проводили старый Новый год? За час до начала праздника площадь Азатлык собрала самых креативных активистов челнов. Им предстояло возвести ледяной городок. Такой фестиваль НУР организовал впервые, вдохновившись успехом летних песочных замков. И участники откликнулись с удовольствием. Наша хрюшка лежит рядом с надписью «Думай чище» и обнимает бачок со значком переработки. Мы хотим призвать людей думать чище о том, что отходы – это не всегда мусор, это еще и вторсырье. Год свиньи у нас в этом году, и почему-то захотелось сделать именно лежачую фигуру. Вот, не знаю почему, ребята сразу идеи стали предлагать, что должны быть ушки такие торчащиеся, обязательно должны покрасить краской. Из десятка команд «Фиолетовый неон» взяли серебро фестиваля. Лучшей стала царевна лягушка воспитанников детской художественной школы. Мы участников никак не ограничивали, то есть не было тематики только про Новый год или еще какой-то. Кто-то лепит символ Нового года, кто-то лепит символ своей организации, символ своей команды. Тем временем на площади развернулись гуляния. Уже дважды провожая старый год, челнинцы танцевали и пели новогодние куплеты. И, конечно, продолжали череду поздравлений. Встретили новые, теперь провожаем старую. С Новым годом вас! Всех здоровья, успехов! С Новым годом, теперь уже окончательно наступившим! Так челнинцы с лихвой использовали возможность еще раз полюбоваться главной елкой города. Ведь скоро площадь вновь ожидают трудовые будни. Праздничные огни заменят новый этап реконструкции. Виктория Евсеева, Андрей Буслаков, Челны-24.